Всем привет! Смотрите, сейчас на мне кюлоты Summer. Принт полоска. Есть в бежевом цвете и есть принт голубой. Они идут из 100% льна. На мне размер XL. Посадка у них средняя. Сидят очень-очень комфортно, удобно. На мне размер XL. Я ношу 48-50 размер. И также я подобрала сюда рубашечку нашу. Цена рубашки 17 тысяч. Сейчас покажу, какие есть цвета рубашек. Вы посмотрите издалека, как хорошо смотрится, сочетается все вместе. Вот, смотрите, рубашка пикник, расцветки. Принт красный, принт голубой и, как на мне, однотонная белая. Цена 17 тысяч, размеры SML XL. Вот на мне сейчас L-ка, она подходит примерно на 50-52 размер L-ка. Также будет хорошо и на M-ку, и на L-ку. То есть размер такой оверсайз, видите, цельнокройный рукав, поэтому можно подобрать любой размер, кто как любит носить, кто любит в обтяжечку, кто любит стиль оверсайз. На лето вообще идеальное решение, 100% вискоза, очень комфортно и удобно в ней. Вот расцветки. Смотрите, какой получился крутой образ с нашими кюлотами и рубашка Сия удлиненная. На мне размер XL, рубашка цена 21 тысяча, 100% вискоза, очень комфортно на лето, очень тоненькая ткань. А рубашка максимальный размер, XL подходит на 48 размер. Так как у нее прямой крой, узкий рукав, вот. А кюлоты, еще раз повторюсь, подходят на 48-50, самые большие. Смотрите, как круто смотрится. Рубашка Сия, есть принт красный, принт голубой, как на мне. И принт розовый. Смотрите, хочу вам показать новый комбинезон ван из льна. На мне сейчас размер L-ка. Я ношу 48-50 размер. Видите, как он идеально сел. Такой свободный, нигде ничего не обтягивает. Смотрите, я отрегулировала лямочку на минималку, чтобы они сидели пониже. Видите, как на мне. Можно повыше поднять, но я не люблю такую высокую посадку. Вот, цвета мы сделали белый с серыми лямками. Такой приглушенный лимон. Такой, знаете, как желтовато-серый цвет. Очень красивый, актуальный сейчас на лето. Вот, и на мне черного цвета с серыми лямочками, с замочком. Сзади, видите, веревочки, то есть можно регулировать талию. Кармашки спереди есть рабочие. Размеры SML. То есть S-ка подходит 42-44, M-ка 46-48, L-ка 48-50, ну, смотря, все зависит от фигуры, от строения фигуры. Вот. Ну, на мне сел очень круто. Цена 25500. Комбинезон я надела с нашей футболочкой Diamond. Видите, она идет с напылением, с таким блестящим. Цвета бежевый, оливковый, коралловый, черный. Вот так вот поближе, чтобы вы ткань видели, как она выглядит. Вот с таким напылением. На мне белого цвета с таким же блестящим напылением. И посмотрите, как хорошо смотрится с комбинезоном. Смотрите, хочу вам показать юбку Natur. Она у нас одного размера, то есть оверсайз. На мне вот сейчас розовая юбочка, также есть синяя, бежевая, белая и принт горох. Цена 19900, здесь 100% лен. На мне новый сарафан, смотрите, какой красивый на лето. Я его надела с футболочкой, так как я не ношу просто открытые лямки, я ношу с футболками сарафаны. Посмотрите, как хорошо смотрится с кроссовками. На мне размер L-ка. То есть самый большой подходит на 48, потому что здесь все как бы так вот впритык мне. Я имею в виду, ну, мне идеально он сел, но у меня 48 размер, 48-50 вот так вот. Ткань не тянется, здесь хлопок стопроцентный. Две расцветки, вот как на мне, голубой и розовый. Размер SML, цена 15 тысяч. Лямочка регулируется здесь, можно пониже опустить, повыше поднять, как вы захотите. На мне сейчас джинсы «Банана». У нас запросили
наши покупатели, как они смотрятся на размере XL. Смотрите, на мне сейчас 29 размер, то есть 29 размер подойдет на размер XL. 48, максимально 50. Но 50 с учетом, что у вас есть талия, то есть нет никаких отложений. Тогда они идеально садятся, так как здесь талия, видите, она без стрейча зауженная. Вот здесь они идут свободные. Видите, какие вот. Ну, интересно смотрится, кстати. Вот так вот сверху покажу. На мне футболка Diamond наша. Я ее заправила в джинсики. Посмотрите, в принципе, смотрится очень даже хорошо. На мне брюки стайлиш черного цвета. Также мы их еще отшили в айвори. И кофейно-пудровый такой цвет, красивый очень. Размеры SML XL, цена 18 800. На мне сейчас размер XL. Я ношу 48-50. Сели идеально просто. Посадка высокая у брюк. Длина вот такая. У меня рост 1,72 м. И также на мне футболка Diamond. Смотрите, какая крутая. Очень хороший хлопок с напылением. На мне футболка размером XL. То есть максимальный размер подойдет на 48-50. Но если вы обтяжку любите носить, то до 52-го, в принципе, включите. Всем привет! Смотрите, на мне жакет Шанель. Цена 39 тысяч. Ткань твид. Сейчас покажу поближе ткань. На мне размер L. То есть максимальный размер подходит на 48 размер. Вот так вот я их надела с брюками стайлиш и с футболочкой Diamond. Не забывайте, что приобретая жакет, можете выбрать любую вещь в подарок, которая участвует в акции. На мне сейчас джинсы Moon белого цвета. Здесь 100% хлопок. Также на мне футболка Diamond. Эти две вещи участвуют у нас в акции. То есть можно купить джинсы и получить футболочку в подарок. Футболка вот с таким блестящим напылением. Вот смотрите, цвет оливковый. Джинсы на мне размер 33. Так как джинсы без стретча, они вообще не тянутся, здесь прям 100% катон. Я вот на себя надела 33 размер. Ну, они на мне сейчас вот прям правильно сидят. Я ношу размер XL, то есть 48-50. Вот смотрите, я надела джинсы Мон наши белые, футболку Diamond оливкового цвета и наш пиджак Spring. Какой крутой образ получился. Я прям сама в него влюбилась. И снимать не хочу. Смотрите, какой комбинезон. Хочу вам показать. Называется Love. Цена 23 900. Второй цвет сиреневый. На мне размер XL-ка. Здесь завышенная талия. Вот такой вот поясочек. Можно его завязать в бант в красивый. Также его можно перевязать сзади на спинке. И спинка тогда будет открытая. Я в следующем видео вам покажу, как оно смотрится сзади, этот комбез. С такими хвостиками будет. Очень интересная модель. Очень легкая ткань. Смотрите, получили новые цвета американок. Бейс. Цена 11 тысяч. Мы добавили теперь размер XL. То есть, видите, вот я сейчас надела размер XL. Очень свободно сидит. Очень комфортно, ткань очень-очень тонкий трикотаж, такой как холодок, вторая кожа. Вот на мне вот такой красивый цвет, темно-фиолетовый, кофе и третий цвет хаки. Вот такие красивые цвета новинки. Также повтор отшили еще в черном цвете.